Здравствуйте, вас приветствует дежурная бригада в составе Анны Водоватовой и Степана Пепеляева. Мы колесим по пермским дворам и улицам на новом автомобиле японской марки Datsun, а компании X-Auto, что наспешила во 105 в Камской долине. От нашей телезрительницы Юлии Булатовой мы узнали о том, что на улице танкистов отрыли киоск. Как отрыли? Ну вот так взяли и отрыли. И даже объявление написали: «Киоск отрыт». Оно-то и попадает в кадр сегодняшнего дня. Знакомый нам двор на Льва Шатрова, 32. Но чего-то здесь не хватает. И очень хорошо, что не хватает. Ведь мы специально сюда для этого приезжали. Целых два раза. Больше месяца прошло с того момента, как жителям дома номер 32 по улице Льва Шатрова пообещали убрать с детской площадки этот опасный штырь. Напомним, он появился здесь после того, как в процессе ремонта колодца с площадки демонтировали карусель. С тех пор штырь здесь так и лежит. Ну вот, на этом самом месте опасная штуковина и лежала. Теперь ребятишки на детской площадке могут играть спокойно. А их родители не волноваться, что с ними, не дай бог, произойдет какой-нибудь несчастный случай. Стены в подъезде могут быть разными, однотонными, разрисованными хулиганьем или же такими, как здесь, в доме номер 18 по улице Краснофлотской. Ну а поделилась своим хорошим настроением с соседями одна из местных жителей по имени Анастасия. Мы уже вам рассказывали, в Перми появился самый большой замок в виде сердца, а теперь и самый большой цветочный горшок. Его установили прямо под окнами нашей студии на улице 1905 года. Что это будет, афишная тумба или же светильник, мы пока не знаем. Но как только конструкция начнет функционировать, обязательно сообщим и покажем вам ее, что называется, при полном параде. Времени всего 5 часов вечера, а на улице уже темно. И время перевели, и снег не нападал. Вот мы и заканчиваем наше сегодняшнее дежурство в сумерках. И вот с этого самого момента начинаем ждать от вас новых сообщений, которые вы можете передавать, как всегда, в информационно-справочную службу «Дежурный по городу» по телефону 2-630-300. Ну, вот и все на сегодня. Поменьше вам разочарований и побольше хороших новостей. Удачи и до скорых встреч!